люди, у нас и там мало, людей очередь какая собралась, паника в городе. Надо людям спокойными быть, не паниковать. То, что они гроши снимают, это ж не спасет то, что уже случилось. Надо успокоиться, верно, ждать моментов кращего, а я надеюсь, что будет хорошо. А какие у вас планы? Никаких, никуда не уезжать, ничего. Но ходите дома, ходите на работу. И России тоже не числится. Наружу тоже не будет мучать. России тоже бунтуется. Что-то же будет. Надеюсь, что тоже. Его закончится, его каденция, его все эти планы. Агония России. Путин обестрався, блин, перший раз в Новоросії, коли хотів прийти. Другий раз обестрався, коли хотів в Лугандонську Україну, коли не піддалася. Ну, а толпу свою 200 тисяч кілометрів потрібно. Ну, здохне. Це його саме таке, коли судороги просто присмертні. Трошки подригається і потом. Місяць вже важко. І з ним придолбаним народом.